несмотря на усталость Мот, ее беременность протекала нормально. Марсиаль с тех пор не объявлялся и ничего не знал. Крайон и компания. Мот погрязла в делах. Мсье Кубир, я так не влезаю. Лучше? Теперь меня видно? Мот пришла в 2004-м, и я сразу увидел в ней огромный потенциал. Почуял. И я всему ее научил. Подними одну ногу. Мот, ты должна больше отдыхать. Я понимаю, власть подразумевает ответственность, но... Ответственность настолько большую, что ей в подчинение дали лучших инженеров-конструкторов. Да, здесь нужно прочитать материалы, но думаю, это возможно. Да зачем? Здесь же повсюду гипс. Мы будем как-то укреплять эту конструкцию. Конечно. Даже когда ей этого не слишком хочется, Мот не сворачивает с намеченного курса. Прости, дорогая. Мама? Да? Почему женщины все делают сами?